День с легендой. Queen и Freddie Mercury. Семь райских морей. Только на Эльдо Радио. Море чистой энергии. Если хочешь добиться успеха, нельзя быть просто хорошим парнем. Я учился в художественной школе при колледже Иллинг. Боже, как давно это было. Наверное, еще во времена англо-бурской войны. Я получил диплом по графике и иллюстрированию, он мне ни раз так и не пригодился. Но те годы, конечно, не прошли даром, помогли мне потом в оформлении обложек альбомов, в создании костюмов. Тогда еще не знал, что стану музыкантом. Тогда считалось, что заниматься музыкой значит отлынивать от учебы. Но я все-таки стал играть полупрофессионально, ну потом увлекся, а потом понял, что этим нельзя заниматься в полсилы, нельзя думать, что вот, поиграю пару лет, если не получится, займусь чем-нибудь еще. Так точно бы ничего не получилось. Нужно выкладываться по полной, отдавать всего себя. И да, в этом деле, если хочешь добиться успеха, нельзя быть просто хорошим парнем. Нужно обладать энергией, высокомерие, самоуверенности. Нужно быть готовым к трудностям, ну и верить. Я верил. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
День с легендой. Куин и Фредди Меркьюри. Только на Эльдо Радио.